По информации областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь, этап сбора подписов на Гомельщине прошел спокойно. Непосредственно у комиссию поступили усяго две заявы, але неких значных порушений по час проверки выявлено не было. Что тычется непосредственно подписных листов, то у территориальной комиссии их подали инициативные группы 5 кандидатов. Наибольшее количество подписей сдала инициативная группа действующего президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Это более 285 тысяч подписей. Значит, Николая Дмитриевича Улаховича, значит, инициативная группа сдала более 10 тысяч подписей. Эти две группы работали и собирали подписи во всех, значит, на всей территории Гомельской области, во всех районах. Соответственно, более около 16 тысяч сдала инициативная группа Сергея Васильевича Гайдукевича. Более 4 тысяч подписей Короткевича. Короткевич Татьяна Николаевна, инициативная группа. И более 3600 подписей, инициативная группа Терещенко Виктора Ивановича. Зараз территориальная комиссия проводит проверку собранных подписов на соправдность. Плануется, что Центр выборкам зарегистрирует кандидатов 10 вересня. Ознайомиться с документами по выборах керовника державы сегодня можно у так званых кутках выборщиков. И они створены на шмат таких предприемствах и во установах социальной сферы. Что тычется подготовки до голосования выборчих участков, то заниматься этим будут члены участковых комиссий. Их формирование повинно быть завершено не позднее 26 жнивня. По информации областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь. В участковой комиссии на Гомельщине вылучено 13 811 представников, 36% из них от працовных коллективов, 46% от политических партий и громадских организаций. Это Республиканская партия труда и справедливости, наибольшее число претендентов, Коммунистическая партия Беларуси, Объединенная гражданская партия и Белорусская партия левых «Справедливый мир». Значит, из числа общественных объединений более 15% выдвинули профсоюзы. Алексей Тюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».